Салют всем, с вами Мастхэт, это новый пятничный дайджест. Вы знаете, но я фанатик Маркула, и он наконец-то дропнул новый тречок. Мятный, с федучком. Плюс у нас будет еще парочку хороших треков, которые мы тоже послушаем. Но перед этим, как всегда, подписаться на канал, но обязательно. Колокольчик тоже можно поставить, по желанию. Лайк под видос. Ну, блять, ну пожалуйста. Ну пожалуйста. И комментарий минимум из 4 слов. Ну и на телеграм-канал подписаться, мы там крутые штуки обсуждаем. Например, сейчас у нас там идет дискуссия по поводу, хотите ли вы видеть систему оценивания, как у фломастера, после того, как он ввел ее в открытом доступе. Было бы вам это интересно или нет? В телеграм-канале обсуждение, там вот мы это и решаем. Давайте, заходите, будет приятно. Давайте слушать трючок «Мятный». Go! Шумно сделай, шум! Ждет и сегодня тот, кто уйдет последний, но вроде бы целый. Да, это улица ветро. Все танцуют, пока крутится мирок. Я миксую, что? Я миксую все. Но тут точно не заблудится никто. Я беру паузу, я беру и выдаю базу. Заберу. Окей, он так решил, да? Ну прям такая, знаете, вот даже по сравнению со стрелами, это больше, более попсово. Более попсово, вот это прям направление дискотеки. Я миксую все, типа, последний уйду с улицы, но уйду целым, типа, там, блядь, вливайте в меня что хотите, нахуй. Но приятно звучит. Типа, вот от начала, потом федучок, как я такой микро-бриджик, я не знаю, что это. Вот это, на питче, типа, прикольно, прикольно на самом деле. Мне кажется, хитовый потенциал ебанутый. Чем-то по вайбу он может напоминать этот трек мота 92 дня, мне кажется. Нет такого ощущения? Что-то меня прям как будто флешбэкнуло в тот момент. Майк, улетаю со сцены. Все попаешь, что на моем прицеле. Улицу ждет и сегодня тот, кто уйдет последний, но вроде бы целый. Да, это улица ветро. Все танцуют, пока крутится мирок. Я миксую, что? Я миксую все. Но тут точно не заблудится никто. Я беру паузу, я беру и выдаю базу. Заберу банки, кидаю всю кассу. Прыгаю в Марсе, летаю по Марсу. Я беру паузу, не знаю что, но я праздную. Нигде не мог найти себе место, но я наконец-то по адресу. Делаем стоп. На улице ветро, но мне большая сумма, тратиною в коридор. Свежий как сокол, за улице ветро. Но мне не нужна подруга, дай мне что-нибудь еще. Блять, на самом деле куплетиков не хватает, конечно, как будто они слишком короткие, учитывая, что такой большой сниппет в плане отрезков по куплету показали, плюс с бриджем, типа куплет Марка плюс бридж, и как будто маловато там остается, типа там 8 строчек у Марка, вот тут у Федучка такая чистая четверочка, и потом снова идет бридж, как будто маловато, слишком много припева, ну, блять, это, ну, со стороны коммерции, конечно, это хорошо, наверное, но, не знаю. Мне большая сумма, тратиною в коридор. Свежий как сокол, за улицей ветро. Мне не нужна подруга, дай мне что-нибудь еще. Ты снова, 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 ты
так, да? Окей. Ну, слушайте, на самом деле легкий, очень легкий трючок. Вполне, типа, срастается картина в голове, там, что под него можно делать. Типа, там, на каких-нибудь шашлычках вы стоите, там, или вы идете на пляжик покупаться, и как будто бы в колоночке этот трек будет звучать пиздато. Потусить под него, я думаю, тоже приятно. Но мне не хватило куплетов 100%. Потому что, ну, как-то маловато в плане куплетов. Слишком длинный припев, плюс бридж, который повторяется 2 раза, плюс в сниппете очень много показали. Если бы, может, много не показали в сниппете, было бы чуть другое ощущение. И как будто бы, ну, типа, 8-9 я готов сейчас поставить из 10. Но есть вопрос, расслушаю ли я его, как, допустим, я не знаю, что могу привести в пример. Ну, 2 минуты я помню. Мне тоже поначалу особо не понравился, но потом я кайфовал. Получится ли здесь так, я не знаю. Но я добавлю этот трючок, он 100% в какой-то момент времени, в какой-то отрезок моей жизни, он впишется круто, когда можно было бы прям послушать его и кайфануть. Поэтому свою задачу, я думаю, он выполняет. Посмотрим, будет ли это таким же громким хитом, как «Стрелы», там, я не знаю, «Худший друг», или там «Я в моменте». Но Марк продолжает тенденцию летних хитов, это прикольно, это мне нравится. Потому что он это умеет делать, он это делает кайфово. И этот трек тому подтверждение. Я считаю вот так вот. Поэтому я остановлюсь там где-то на 8-9. Но если что, в своем телеграм-канале потом напишу, что все-таки нет, это охуенный трек. Поэтому на телеграм-канал подпишитесь. Ну и идем дальше. Бушида Джой, Heroin Water. Сейчас Heroin Water уже. Дропнули трючок «Дай мне посмотреть». И Dance Dance. Тоже на это, почему бы не сделать реакцию. На самом деле, «Дай мне посмотреть» очень такой неоднозначный трек, потому что он вроде на каком-то прикольном вайбе, но при этом на грани фола как-то, типа, для меня он ходит. Как будто бы это либо что-то гениальное, либо что-то плохое прям, типа. Почему качество такое? Поэтому интересно, интересно, что они сделали. Давайте начнем с «Дай мне посмотреть». Она так горяча, можно умереть. Убей их. Подойди сюда, голенькой, дай мне посмотреть. Скажи. Дай мне посмотреть, дай мне посмотреть. Дай мне жопу, сиськи, тверк. Жопу, сиськи, тверк. Дай мне посмотреть. Дай мне посмотреть. Дай мне жопу, сиськи, тверк. Покажи мне тверк. Задница. Влево, вправо. Влево, влево, жопой, право. Влево, право. Влево, влево, право. Это типа такая, знаете, очень ньюскульная тема, вот, ну, типа, наподобие 50 Cent, наверное, в его лучшие времена. И они решили такое немного воскресить на русском. Влево, право, влево, влево, право, влево, влево, право, влево, влево, право, влево, 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 двери жопой, двери жопой, влево, влево, дриси задом, дриси задом, двери жопой, двери... Ну, это типа как интруха, наверное, была. Вступление, не знаю. Сейчас, наверное, они разгонятся на каком-нибудь джерсике, может. Жопой. Право. Влево. Ты задом. Ты си задом. Я хочу тонуть только в твоих глазах. Я хочу, чтобы только ты мне сосала. Я дам тебе миллион раз Пугачева. Но сначала нужно, чтобы показала мне. В отличие всех ты другая, они одинаковы, мы это знаем. Дам тебе морковку, и ты станешь зая. Припарковал поезд твоим. Ну, решили, да, так сделать, окей. Ну, как будто бы на джерсике на разгоне было бы интереснее. Нет такого ощущения? Прям чисто разогнать? Было бы прикольно, может. Пусали. Ночью ты отработаешь свидание. Сиськи на сиськи, реколон, дизайнер. Дизайнер на жопы, Стон Айленд. Купальник, Гуччи, но сиськи выпадают. Ой. Дай мне посмотреть, дай мне посмотреть. Дай мне жопу, сиськи, тверк. Жопу, сиськи, тверк. Дай мне посмотреть. Дай мне посмотреть. Дай мне жопу, сиськи, тверк. Покажи мне тверк. Задница. Влево, вправо. Блин, не знаю, спорный трючок, если честно. Хуй знает. Под определенное настроение максимально. Как будто вот типа в наушничках такое идти куда-то слушать. Ну, я музыку вообще расцениваю так, подойдет ли она какой-то жизненной ситуации. Какой-то жизненной ситуации где-то потусить, там, поугарать с пацанами, может быть. Там, в тачке это включить, типа, на разок. Но какой-то репетативной истории 100% здесь нет, чтобы, я не знаю, куда-то пошел, допустим, под этот трючок. Влево, влево, право, влево. Право, влево, влево, право, влево, право, влево, влево, право, влево, право, влево, влево, право.
блядь, это что-то как будто такое максимально проходное. Но это на любителя, знаете, типа, это надо выкупать, вот это вот модное слово, типа, ты не выкупаешь. Ну вот это действительно, типа, надо выкупать, грубо говоря. Надо, типа, уметь под это кайфовать. Мне такое не особо. Это прям надо жестко угарнуть, чтобы кайфануть. Поэтому этот тречок, не знаю, мимо меня проходящий. Мимо меня. Давайте послушаем Dance Dance. Что тут нам приготовили? Окей, погнали. Что-то такое прям... Сняли секс в нашей спальне, ставим видео с камер, сниппет силой, ставим лохов на бабки, с браткой делим пополам прибыль, ставки я взорву или вряд ли, рядом едут Вот этот трек целостнее звучит, и более современный, тот, ну, как будто бы реально какой-то вот трек 50 Cent'а, типа, на русский язык ты переводишь, типа, там, вот это, shake your ass, вот эта вся тема. За взяткой мимо нашей тачки по МКАДу слайдим от мигалочек Wii U. Танцуй со мной в клубе, пока я жив. Вот, вот это да, это похоже на правду. Слева справа это кортеж плюс джип. Жоас плюс вот и равно тёлки потик. Полгаз, хочу, чтоб заполнили молодым. Я во всем черном, но говорю в цвет. Если уйдешь, не закрывай дверь. Верь, верь, просто поверь. Ты хочешь город, я подарю Тверь. Хочешь поб... Братанчик, это что за подстава, нахуй? Не, я понимаю, да, там, я с Твери, там, наговорил, там, про прошлый трек, но это ты чё, ёпта? Ну не надо, пожалуйста. За что, нахуй? Закрывай дверь, верь, верь, просто поверь. Ты хочешь город, я подарю Тверь. Хочешь побольше, я подарю Пермь. Хочу... Я думал, а почему не Пермь, типа? Почему Тверь? Теперь мне стало понятно. Тебя ночь, хочу тебя день. Хочу тебя ночь, хочу тебя день. Хочу делать фокс, хочу делать дэнс. Дэнс, дэнс, танцуй со мной в клубе, пока я жив. Бэнс, но мне этот трек, безусловно, нравится больше. Тут про мой город и есть строчка. Кто-то кроме меня ставит его на карту, нихуя себе. Слева справа это кортеж плюс джип. Джоас плюс вот и равно тёлки потик. Полгаз, хочу, чтоб запомнили молодым. Этот трек на самом деле раза в два интереснее, чем прошлый. Хочешь ли ты дэнсить, крошка? Я буду двигаться в лучах ночного солнца. Ритм этой ночи мы запомним очень. Я влюбляюсь в каждый шаг. Дэнс, 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 танцуй со мной в клубе, пока я жив. Бэнс, бэнс, слева, справа, это кортеж плюс джип. Вот это очень крутая строчка про складки, типа. Именно вот как она звучит. Ты пока я жив. Бэнс, бэнс, слева, справа, это кортеж плюс джип. Джоас плюс вот... В целом, припев очень такой хитовый. На самом деле, типа, это круто слушать, это репетативно запоминающе, типа, в голове крутится бесконечно, типа, ты такой «Dance, dance, bounce, bounce», это заедает. Окей. Дэд Сол, да, наверное? Хочу, чтоб запомнили молодые. Ну окей, на утро, на автоматизацию, я думаю, там уходящая история вполне понятная. Короче. Этот трек, бля, на 10 голов выше, чем предыдущий. Предыдущий, надо, типа, уметь его слушать, вот эту тему. Знаете, там, как Кизару говорил, что мы не умеем слушать музыку. Вот ощущение, что ту музыку надо уметь слушать. Ну, либо она просто плохая. Тут для кого как. Я могу сказать, например, что мне тот трек совершенно не нравится. Кто-то скажет, что это там, ну, типа, кайфовая история. Я понимаю, что такое вполне возможно. У всех разные вкусы. Но чисто мое мнение, что предыдущий трек, он... В моменте там что-то может быть прикольно, но нет. Этот трек более полноценный для меня, он более интересный. По общему впечатлению, он более прикольный. Типа, он звучит по канонам песни. То есть, тут есть два куплета, там, грубо говоря, там, припев три раза повторяется и прочее. Там мы имеем какой-то, вот как на альбоме у Бушида было как раз, когда он дропал, как этот альбом, я не помню, последний.
вы поняли, про что я говорю, я делал реакцию, слишком там какие-то паузы невнятные с бэками какие-то, потом, это, короче, много аспектов, сбивающих вайб для меня лично, поэтому этот трек мне более понятен и более ясен. Вот так вот я бы сказал. И этому треку я бы поставил, наверное, 8-9. Дай мне посмотреть. Для меня, ну, типа, 4-5, наверное. 4-5. Напишите свое мнение в комментариях по поводу этих треков. И идем дальше. Короче, у Славы Мерл есть какое-то шоу на Яндекс.Дзене, где он делает продакшены, и там, я не знаю, клипы он еще может потом помогать с клипами что-то, но он вообще делает трек, типа, продакшн-трек артистам. Я это шоу ни разу не смотрел, потому что я не ебу, как зайти на этот ваш Яндекс.Дзен, но я особо и не старался. Но Кок довольно интересный персонаж для меня. Они вот выпустили трек «Дома» или «Дома», не знаю, наверное, «Дома». И мне интересно послушать. Я еще прочитал на рифмах и панчах описание этого трека, и по описанию этого трека, типа, я думаю, это тот Куок, который мне интересен. То есть это Куок, наверное, что-то в стиле, там, метаморфозы, что-то в стиле, там, может, перезагрузки. Короче, треков, где он насмысленно базарит за жизнь. Довольно с интересными мыслями, интересным звучанием и интересным подходом к музыке. Поэтому я надеюсь от этого трека услышать все, что я перечислил 5 секунд назад, типа. Давайте послушаем. Новая неделя, новый город. Какой из них родной мне? Я уже не вспомню. Я не вижу друга, даже когда мне сложно. Я не вижу друга, даже когда мне сложно. Новая неделя, новый город. Какой из них родной мне? Я уже не вспомню. Я не вижу друга, даже когда мне сложно. За окном дорога, это значит я дом, 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 дом. Мне нравилось все, что было до этой части. Она немного сбивающая вайб. Вот когда просто включают музон, это прям для лютых гиков, наверное, вот эта тема, что-то показать. Ну, даже не знаю, я не буду говорить, чтобы никто ничего не искал потом. Короче, я больше любитель... Я не любитель электронной музыки, вот как просто жанры там всяких скриликсов, хотя, мне кажется, ну там, что там, скриликс же он там на Purple Lamborghini, да, он, по-моему, участвовал. Ну, короче, я не люблю вот этой темы, когда просто вот вставят что-то, что там ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И я больше люблю, когда все-таки исполнение. Исполнение, слушать текст. Я музыку люблю как целостный продукт. Не отдельно, там, музыку и стихи, да, если вот так вот брать. Я люблю музыку как целостный продукт, что вот есть инструментал, на который кто-то написал стихи, грубо говоря, и это как все вместе звучит. Поэтому вот такие моменты я особо не люблю, они для меня не сбивают атмосферу, типа. Это значит я дома. Новая неделя, новый город. Какой из них родной мне? Я уже не вспомню. Я не вижу друга. Но как он вот звучит, типа, это вообще кайф. Это прям то, что я ждал, да. Даже когда мне сложно. За окном дорога. Это значит я дом. Дом, дом, дом. Среди пути паутин. Вновь ускоряй свой шаг. Просто хочу не забыть, что этот шум не навсегда. Маяк замигает ночи, лодка найдет свой причал. Хватит ли мне тогда сил, боль отпустил, это принять. Блять, зачем нахуй, не люблю я такое, но я ж кайфую от трека, зачем? И пошел. Как найти свой дом? По-любому там вот это, типа, объяснение вечного бегства вот будет вот этим, это, типа, мы описывали вечное бегство, там, вот эта вся история, не знаю, мне было бы пизже, если бы он просто сделал целостный трек, вот как он исполняет сейчас, это было бы очень трогательно, очень круто, а не вот... Thank you.
Шо? Меня заскамили просто? Я понял. Спорно. Я даже не знаю, что сказать. То, как он исполнял и части, где он все-таки исполняет вокально, да, на этом инструментале, они крутые. Они на 9-10 из 10. Вот эти моменты с... Ну, мне не сбивает атмосферу. В целом, трек для меня будет, ну, слабоват, конечно. Я не хочу это оценивать, потому что... Ну, это несправедливо будет оценивать. Я не понимаю просто эту музыку. И ничего не могу по поводу нее сказать. Я могу сказать, что мне такой подход не нравится, когда вот это вот добавляется, эта тема. Я даже не знаю, как она... Ну, я не музыкант прям, Я пишу рэп, но я не музыкант. Типа, любой дурак, на самом деле, может написать текст. Другое дело, типа, какой он будет качественный или некачественный. Но я не настолько погружен в музыкальные азы, чтобы, допустим, оценивать это, потому что я даже половину не знаю, как назвать. Поэтому я ничего не хочу говорить по поводу этого трека, просто не мое, я скажу. А вы можете написать свое мнение в комментариях, я с удовольствием почитаю. Но также подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео и стримы. Заходите в описание, там есть ссылочки на все мои соцсети, особенно на телеграм-канал подпишитесь. Ну и лайк поставьте, комментарий с 4 слов. Всем удачи, и с вами был Мастхэт. Всем удачи, всем пока.